Восемь десятилетий назад русское общество чувствовало себя спокойно и уверенно. Каких-либо особых причин для беспокойства и тревоги не было. Хорошо отлаженный экономический и политический механизм империи, несмотря на продолжающуюся деятельность революционеров, позволял надеяться на прекрасное будущее. А в Европе, между тем, политическое напряжение все увеличивалось. Ввиду складывающейся ситуации, в России предпринимались большие усилия по совершенствованию армии и военной подготовки. Требовалось много сил и времени, чтобы солдат вчерашних крестьян обучить элементарным навыкам службы и обращению с оружием. Наряду с этим в войсках осваивались новые методы ведения войны. Из новейших теорий вытекало, что предстоящая война будет позиционной, а не походной, как было еще совсем недавно. В связи с этим проводили реорганизацию армии и впервые всех одели в обмундирование цвета хаки. Вместе с тем старались улучшить и воинский быт. Впервые в казарме появились постельные принадлежности, а помимо традиционной каши начали давать и другую пищу. Самой престижной службой по-прежнему оставалась служба в кавалерии. Конь был родным и близким для каждого русского еще с детства, и учить солдата обращаться с ним практически не было нужды. Стать лихим рубакой для вчерашнего крестьянина, что могло быть еще проще? В 1912 году германский кайзер Вильгельм в последний раз навестил Николая II. Несмотря на все предложения Вильгельма, российский император так и не согласился с притязаниями Германии стать мировой империей. В начале июля 1914 года, за две недели до роковой даты, в Россию неожиданно приехал Пуанкаре. В воздухе откровенно запахло порохом. В Петербурге Пуанкаре получил от самодержавной России твердое подтверждение верности союзническим обязательствам перед республиканской Францией, которые вытекали из секретного договора, заключенного еще в 1893 году. Так Антанта, буквально сердечное согласие, образованное Францией, Россией и Англией, готовилось принять вызов Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. Двадцатого июля по старому стилю Николай II вышел на балкон Зимнего дворца и объявил специально собранной манифестации, что Россия получила от Германии объявление войны. Вызов был принят. Эхо Сараевского выстрела, раскатившееся по всей Европе, было встречено восторженными патриотическими аплодисментами. По всей России, начиная с Кремля, солдаты присягали вере царю и отечеству. Присягали протестанты. Присягали католики. Клялись на священном Коране мусульмане. И, конечно же, православные русские люди, составлявшие основную часть армии. Никто еще не мог предположить, что разразившаяся война продлится долгих 4 года, и за это время через армию пройдет свыше 15 миллионов простых русских людей.
Напротив, преобладало настроение, что война будет короткой и победоносной. Николай II спустя 2 недели после своего манифеста специально прибыл в Москву, чтобы отслужить торжественный молебен за грядущие успехи русского оружия. Юнкера, принимавшие участие в торжественном параде в Кремле, даже не могли подумать, что никогда больше не увидят Москвы, а падут смертью храбрых, кто совсем скоро в Восточной Пруссии, а кто в кровопролитных боях в польском крае. Они верили в своего державного вождя и надеялись вернуться с победой. Ради грядущей победы мобилизовывались все силы. Призывались на службу не только люди, но и лошади из крестьянских хозяйств и частные автомобили. Значительная техническая помощь поступала из-за рубежа. Увы, недостаточно еще развитая отечественная промышленность не могла в полной мере обеспечить всех нужд армии. Поэтому, скажем, машины, что проходят торжественно по Марсовому полю в Петербурге, были все иностранного происхождения. И все же, несмотря на все трудности, мобилизация в столь огромной стране, как Россия, проходила в меру сил слаженно и энергично. Сами же непосредственные участники разворачивающихся событий видели и оценивали все по-своему. Наш Эреванский полк, августейшим шефом которого был сам государь-император, накануне войны стоял под Тифлисом. Получив приказ отправляться на Юго-Западный фронт в Галицию против Австро-Венгрии, мы с большим энтузиазмом прошли парадным маршем по Тифлису. Я был всего лишь поручиком и с нетерпением ожидал грядущих сражений, сулящих чины и награды. Мало кто сомневался в том, что через 2 месяца мы все вот так же промаршируем по Берлину. Мы погрузились в эшелон и поехали. Наша легкомысленность сказалась в том, что никто из офицеров не запасся теплой одеждой на зиму, а солдаты перед посадкой пожгли свои деревянные сундучки. Никому в голову не приходило брать лишнего. В пути мы часто останавливались, и к нам присоединялись положенные полку на случай боевых действий ратники из запаса. На каждой остановке царило прекрасное настроение. Подъем духа у солдат выражал себя в традиционной русской пляске. И охи местных баб только разодоривали нас. Ох уж эти проводы на войну! От бабьего плача становилось досадно, и мы решительно их обрывали. Плясать так уж плясать. И вот первая линия обороны и первый бой. Солдаты поснимали фуражки, так как вообразили, что козырьки только мешают видеть. И совершенно никто еще не боялся. Стоило унтеру крикнуть «За веру царя и отечества! Ура!», как все дружно встали и пошли в атаку. Первые скошенные пулей воспринимались с удивлением. На отдыхе и переформировании после первых боев нам привезли показать синематограф, запечатлевший царскую ставку в Барановичах. Если мы еще находились под впечатлением нашей неудачи в Восточной Пруссии и гибели целой армии, то на экране государь выглядел молодцом. Спокойствием и уверенностью веяло также от фигуры великого князя Николая Николаевича, назначенного верховным главнокомандующим. Thank you.
этому времени мы все уже поняли, что война – это не пикник. Офицеры же Ставки вели себя по-предвоенному беззаботно, не чувствуя еще всей тяжести выпавших на нашу долю испытаний. Тем отраднее было наше впечатление от образа государя, являвшегося для нас символом всего святого в отчизне. Он производил смотр конного полка в Ставке, и в снимках были весьма заметны та любовь и преданность, что истекали от любого солдата армии к своему вождю. Ритуал занятия передовых линий войсками в русской армии был традиционен испокон веков. Обмундирование по полной боевой выкладке, молебен за грядущие успехи в сражении, последний марш-бросок и ожидание атаки в окопах. С наступлением осени 14 года на нашем фронте развернулось сражение, получившее позже название Галицкой битвы. Австро-венгерские войска перешли в наступление. С нашей стороны, здесь и там, проводились контратаки, и фактически на линии фронта протяженностью свыше 500 километров развернулся гигантский встречный бой. Конечно, к этому времени мы понюхали пороху, и нас уже не пугали плотные цепи австрийцев, волнами накатывающиеся на наши окопы. Основу войск составляли еще кадровые части, а кадровый состав умел воевать. Патронов и снарядов было в достатке. Мы и подумать не могли, что к началу следующего лета весь предвоенный боезапас армии будет израсходован и начнется снарядный голод. Мы не только успешно отбивали все наскоки австрийцев, но постепенно наносили им чувствительное поражение. Итогом битвы стало то, что мы медленно, но неотступно вытесняли австрийцев из Галиции и в конце августа заняли город Львов. Население радовалось долгожданному воссоединению с Россией. Радость победы и уверенность в собственных силах переполняли собой простое солдатское сердце. Любая победа имеет свою цену. Первые павшие той войны. Тогда мы их с почестями хоронили прямо на поле битвы, и нами овладевало чувство, что как это прекрасно умереть за Родину. Поскольку августейшим шефом нашего полка был сам государь, то все наши раненые, без исключения, отправлялись на излечение в Царское село.
первых прибывших столица встречала при невероятном стечении народа, и каждый стремился помочь. Никто еще не знал, что вскоре счет раненых пойдет на десятки тысяч. Пока, куда бы мы ни пришли, население западного края стремилось нам помочь. Тут был и кров, и забота о наших бытовых нуждах, и даже помощь в обустройстве позиции. Мы старались отблагодарить, как могли. И как же щемило сердце при взгляде на страдания ни в чем не повинных людей. Сколь нелепым казалось нам распоряжение командования о выселении гражданских лиц во внутренней области России. Сотни тысяч потянулись со всем нажитым бесконечной вереницей по осенним дорогам. И, наконец, ужасное эхо войны докатилось до самого сердца России. Сестра написала мне, что во Всесвятском, под Москвой, состоялись первые похороны умерших от ран в московских госпиталях. Эти первые братские могилы, вдали от сражений, причиняли боль и страдания. Сколь кощунственной в тот миг могла показаться мысль о прекращении войны. Все русское общество было единым в своих патриотических настроениях. Война между тем приобретала все более ожесточенный характер. Тем удивительнее мужество русских кинооператоров, снимавших подчас с риском для жизни, например, вот такие эпизоды. Казалось бы, безмятежный, спокойный зимний период. Руку оператора начинает дергаться камера. От волнения он не замечает, что рука, крутящая ручку аппарата, потеряла размеренность движения. Да и как не разволноваться, противник пошел в атаку, и дрогни русские запросто поднимут на штыки, и тем не менее он не перестает снимать.
Как известно, на фронтах Первой мировой войны сражались и геройски погибали представители всех кругов русского общества, в том числе и члены императорской фамилии. Двоюродный брат царя, великий князь Борис Владимирович, командовал лейб-гвардией атаманским казачьим полком, державшим в 1914 году фронт против немцев под Вильно. Конечно, для частей, возглавляемых членами августейшей фамилии, подчас могли создать все условия. Но в любой операции конечный результат определяет умение и мастерство командира. И в том деле, что разворачивается на наших глазах, заслуга Бориса Владимировича несомненна. Блестящий кавалерист, участник Стокгольмской олимпиады 1912 года, в сентябре 1915 года за заслуги перед Родиной он был произведен в походные атаманы русской армии и с тех пор командовал всеми казачьими частями России на фронте. Кстати, блиндированные автомобили, что так удачно применялись во время боевых операций на русском фронте, собирались на военных заводах союзников по чертежам, разработанным нашими конструкторами. Во время боевых действий такой автомобиль всегда ездил задом наперед, ведь впереди у него был радиатор, который легко повреждался любой пулей. Поэтому специальная трансмиссия позволяла ему ездить вперед и назад одинаково быстро. Следует также иметь в виду, что и все вооружение у него располагалось сзади. Наступающий 1915 год принес России самые большие победы и самые большие поражения за весь военный период. Но последнее мало кто еще предвидел. А пока наша армия развивала свои успехи, так удачно достигнутые осенью в Галиции. Уже все понимали, что австро-венгерские войска уступают русским, и все ждали новых побед именно здесь. Поэтому в частях на фронте царило прекрасное настроение.
Под новый 15-й год мы стояли в Тарново, небольшом городке в Галиции. Весь фронт получал рождественские подарки, собранные в посылки по всем городам и весям России. Для вручения этих подарков приехала целая делегация из Киева. Полк был построен, и наш полковой командир сказал прочувственную речь. Киевский городской голова, конфузясь, раздавал подарки. И все кричали ему «Ура!» и смеялись в предвкушении незатейливого письма какой-нибудь вдовушке. По планам командования нашего Юго-Западного фронта мы должны были окончательно вытеснить противника из Галиции. Для решения этой задачи должна была быть взята крепость Перемышль, уже полгода защищаемая австрийцами практически в полном окружении. Поэтому в районе Перемышля планомерно сосредотачивались наши войска. Мы тогда еще не знали, что на 15-й год Ставка по-прежнему планировала победоносное завершение войны. Северо-Западный фронт должен был вновь начать наступление на Восточную Пруссию и далее прямой дорогой на Берлин, а мы через Карпаты на Краков, в сердце Австро-Венгрии Будапешт. Увы, реальность опрокинула все эти планы. Немцы ввели в действие свежие резервы и упредили наше наступление, отбросив войска Северо-Западного фронта на еще более дальние рубежи. События же на нашем фронте поначалу развивались более чем удачно. В середине января усиленные германскими частями австрийцы тоже попытались начать наступление. Но даже наши генералы преклонного возраста в этих условиях успевали принять верные оперативные решения. Под нашими контратаками австрийцы не могли и подумать, чтобы деблокировать Перемышль. Мы также направлялись под Перемышль. Периодически его защитники совершали вылазки, но они не приносили особенного успеха. Кольцо вокруг крепости смыкалось все теснее. Неприятель оставлял линию за линией и, наконец, 9 марта, исчерпав все свои возможности и понеся невосполнимые потери, гарнизон сдался. Над крепостью реял наш флаг. В плену оказалось свыше 120 тысяч человек. Это был несомненный успех русского оружия.
Верховный главнокомандующий Николай Николаевич от души благодарил своих сотрудников поставки за долгожданную победу. В походной церкви в Барановичах был заказан благодарственный молебен, для участия в котором специально из Петербурга приехал государь. В тот же день за достигнутые успехи он наградил Николая Николаевича Георгиевским крестом. Сама атмосфера ставки была наполнена радостью и уверенностью в еще большие достижения в скором будущем. Никто не предполагал, что в войне наступает фактически поворотный момент. Многомесячная осада Перемышля съела последние снаряды. Арсеналы русской армии были безнадежно пусты. Не были сделаны своевременно заказаны боеприпасы у союзников. А немецко-австрийское командование в глубокой тайне перегруппировывало силы и готовило страшное и грозное наступление, по масштабам превосходившее все предыдущее. Над Россией нависла смертельная опасность. Но ее никто не почувствовал. Напротив, Верховное командование в этот грозный момент запланировало поездку царя по завоеванному краю. Государь хотел лично посетить Львов, Перемышль и тем самым вдохновить войска на новые победы. Погода была безмятежна. Толпы народа ожидали царя. Новоиспеченный губернатор встречал царя у заставы. Ураганным огнем, снарядным голодом и миллионными невосполнимыми жертвами. Пройдет лето с его ничем не удержимым немецким наступлением, и русская армия оставит неприятелю 14 губерний и всю ту территорию, что была завоевана ранее. Наш полк был разбит, и его остатки откатывались назад, далеко назад.
Сколько славных боевых друзей было потеряно. Скольких мы похоронили в безвестных могилах у дороги. Пополнение, присланное из глубины России, превышало количеством нас, оставшихся в живых. Этих солдат приходилось учить боевым навыкам с самого начала. С того даже, как копать землю солдатской лопаткой. Из-за недостатка опыта многие гибли в первые же дни. Никто уже не думал о Берлине или Вене. Война просто стала нашей жизнью, и мы, офицеры, не надеялись скоро вернуться домой. И в этот столь тяжелый для Родины момент у солдат стали замечаться совсем другие настроения. Среди них вдруг пошли разговоры, что уже хватит, навоевались, до нас в Тамбове немцы все равно не дойдут, пора бы и по домам. Этим, в общем, темным людям были совершенно непонятны цели и смысл происходящей войны. Немцев и австрийцев они больше воспринимали как врагов государя, нежели как смертельную опасность для себя и своего дома. В Тамбове-то немцев точно не будет. Ну а польский край, Галиция – это не их умодело. Они устали от войны, абсолютно им ненужной, и эта усталость была страшнее немцев. В период войны количество раненых превысило все мыслимые величины. Каждая узловая станция была забита санитарными поездами. Специально оборудованных вагонов не хватало, и зачастую нас перевозили в малоприспособленных теплушках. Но для раненых и это было спасением. В этих условиях можно только удивляться мужеству и героизму военных врачей и медицинских сестер. Очень часто бывали императрица Александра Федоровна и ее старшие дочери. Они не стеснялись присутствовать при самых тяжелых операциях. Удавалось оправиться от ран без потерь. Тысячи раненых выписывались из госпиталей, кто без руки, кто без ноги. Слава Богу, каждому из них проявляли заботу и внимание, и по мере сил изготавливали необходимые протезы, зачастую по индивидуальным меркам. К сожалению, в тылу давно уже были не те настроения, что в первые дни войны. Равнодушие, апатия. Многие акции носили показной характер. Пуришкевич на свои средства послал на фронт санитарный поезд, а его сотрудники, люди с холодными сердцами, не стеснялись играть в крокет рядом с крестами братского кладбища.
конце лета 1915 года в Верховном командовании армии произошли важные изменения. Великий князь Николай Николаевич был смещен со своего поста и отправлен командовать Кавказским фронтом. Функции главнокомандующего принял на себя Николай II. В минуту наивысшей опасности он хотел, чтобы вся ответственность была на нем. Фронт постепенно стабилизировался, и к зиме война стала сугубо позиционной. С прибытием Николая Николаевича на Кавказ события на этом фронте приобрели неожиданно яркий и успешный характер. Быстро наведя порядок в командовании, великий князь выдвигает на должность командующего армией генерала Юденича, чье имя всем хорошо известно по событиям Гражданской войны. Юденич, проявив недюжинный талант, спланирует блестящую стратегическую операцию. Русские войска, преодолевая мороз и усталость, начали победоносный марш в самое сердце Турции. Каждый солдат был заботливо снабжен теплым бельем, специальной обувью и темными защитными очками. Также с собой он нес по два полена дров для обогрева. Снежный буран дул в лицо. Порой приходилось прокладывать путь в глубоком снегу, пробивая траншеи и вытаскивая артиллерию на руках. И вскоре войска вышли на высокогорные перевалы, прикрывавшие собой доступ к городу-крепости Эрзерума. С турецких фортов в горах открывались сказочные пейзажи, среди которых и начали развиваться главные боевые действия.
В результате успешного наступления были взяты Эрзерум, Эрзинджан и порт на Черном море Трапезунд. Турецкая армия понесла тяжелые потери, а сотни тысяч армян были спасены от начавшейся резни и геноцида. Много позже Кавказская армия послужит основой для сформированной большевиками 11-й армии, которая освободит Закавказье от турок и установит там советскую власть. Шестнадцатый год был во многом переломным для России. Армии удалось оправиться от ударов 15-го года, а благодаря принятым мерам вся экономика страны была переведена на военные рельсы. Взамен мужчин, ушедших на фронт, многие рабочие места на оружейных заводах будут заняты женщинами. Оружия, боеприпасов и военного снаряжения будет выпущено так много, что его вполне хватило бы для победы над Германией и Австрией в 1917 году. И его хватило на полное обмундирование Красной Армии и на 4 года яростной и кровопролитной гражданской войны. Страна еще не знала этого и напрягала все свои силы. Городское население помогало в деревне на сельскохозяйственных работах. И даже дети-сироты, пристававшие к отдельным воинским частям, становились потом георгиевскими кавалерами. Летом 1916 года, во исполнение планов командования, на Юго-Западном фронте был проведен знаменитый Брусиловский прорыв. К этому моменту снарядный голод закончился, и русские войска уже могли на равных помериться силами с австро-германскими войсками. В районе Луцка началось мощное наступление, приведшее к прорыву фронта на участке свыше 300 километров. Был взят ряд городов, огромное количество пленных и масса трофеев. Но успех не был продолжительным. Общая моральная усталость войск русской армии привела к тому, что действия брусиловских частей не были поддержаны другими фронтами, и наступление завершилось, не внеся кардинальных изменений в ход войны.
Государь пытался справиться с общим кризисом, поразившим страну и армию. Почти весь год он оставался в ставке в Могилеве. Туда же, в конце мая, была доставлена чудотворная икона Владимирской Божьей Матери. Но ситуация была уже практически безнадежной. Моральное разложение армии все усугублялось. Простой солдат все меньше понимал смысл происходившего. Столь долгая война представлялась ему затянувшейся нелепицей. Земельный вопрос, так и не решенный накануне войны, теперь затмевал для него все остальные. Февраль 1917 года, казалось, снимал остроту момента, но это лишь казалось. Уже никто не хотел воевать. Поучаствовать в манифестации для солдат подчас выглядело важнее. Все рушилось и куда-то летело. Уже год я обучал запасные части. Потом у временного правительства явилась идея исправить положение на фронте ударными батальонами из добровольцев и даже женскими батальонами смерти. На Красной площади их благословлял митрополит Тихон. Эти женщины искренне верили, что их жертвы не будут напрасными. Никто не оценил и не понял. Большевики же добились своего. Целые полки оставляли фронт. Началось братание с немцами, которые шли на это в пропагандистских целях и откровенно смеялись над нашей наивностью.
Россия умирала. Брестский мир довершил дело. Предав союзников, Ленин пошел на сепаратный мир с врагом, чтобы вскоре залить всю страну кровью большевистского террора. О войне, названной нами Второй Отечественной, уже никто не вспоминал. Она была забыта навсегда, как ненужная страница российской истории.